Приветствую вас. Ну, знаете, по описанию, которое вы предоставили, я могу сказать только то, что сильный стресс вас подкосил, он подкосил ваш организм, он, очевидно, продолжает как бы влиять на ваше мироощущение. Вот. Организм реагирует на подобное вот так, то есть он реагирует в принципе адекватно, раз вы вот, ну, испытали стресс как раз таки, вот, то есть это нормальная история. Это нормальная реакция организма, конечно, она неприятная, но она нормальная, вот, и да, это, конечно, не есть хорошо, то есть это, вот, ну, понятно, что это защита, понятно, что это защитная реакция, но хорошего в этом, безусловно, ничего нет и быть не может, потому что это мешает очень сильно вам жить. Вот. Я думаю, таким образом, я думаю, что можно вам помочь, можно вам из этого состояния выйти, если, например, будут рассмотрены моменты, почему у вас возник стресс. То есть, ну, в результате чего у вас, к примеру, возник стресс. В результате чего он у вас, собственно говоря, ну, появился. Вот. И соответственно, уже вот где-то ориентируясь на эти моменты, ориентируясь на эти аспекты, ориентируясь на как раз таки на вот то, что с вами произошло, да, ориентируясь на вашу историю стрессовую, можно уже будет говорить как раз таки и о том, что дальше делать. Вот. Потому что, ну, пока что это выглядит просто как реакция организма вашего на довольно серьезные эмоциональное переживание, вот, которое, в принципе, вас не отпустило до сих пор. Вот. Либо очень сильно потрясло вас. Вот. Мне думается, такая история, такой ответ. То есть это психосоматика. Вот. А вот вы спрашиваете, что это может быть, да? Я бы, конечно, хотел бы вас, в свою очередь, спросить, почему вы интересуетесь тем, что это может быть, а не, допустим, тем, из-за чего это произошло, и что с этим делать дальше. Вот. Это, конечно, на мой взгляд. Это важный вопрос, на мой взгляд. То есть вам ничего не даст понимание того, что это такое.
понимание того, что это может быть. Вам это, вот, вообще говоря, не даст, ну, абсолютно, абсолютно ничего. Вот. А вот выработка и, ну, проработка причин, по которым это произошло, вот, это очень даже может вам помочь. Вот. Так что мне думается, что ответить вам на вопрос можно так, вот, причины стресса можно и нужно прорабатывать, вот, и, соответственно, дальше уже будет более понятно. Опять же, сильный стресс, он почти никогда не возникает на ровном месте. То есть, если там, допустим, стресс случается, то у него всегда есть какие-то причины, у него всегда есть какие-то основы, у него всегда есть какие-то вот основания. Вот. И, ну, соответственно, может быть, имеет смысл обратить ваше внимание на это, да, на то, вот, как вы конкретно пришли к такому состоянию, да, как вы оказались под воздействием такой эмоциональной волны, вот, что-то говорит, опять же, о вашей неподготовленности, ну и, соответственно, ситуация. Понятное дело, что она может произойти вновь. Вот. Вы же больше, так вот, знаете, к ситуации, ну, больше подходите, я бы сказал, ну, медицински. Вот. Вы больше вот именно как к медицинским симптомам. А мы, психологи, на это смотрим с точки зрения эмоций, с точки зрения переживаний, вот. Такая вот история. Поэтому я надеюсь, что вы для себя обязательно вот какие-то вещи выделите. Я надеюсь, что вы обязательно какие-то вещи для себя определите, ну и, возможно, обратитесь за личной консультацией к психологу для того, чтобы мы вам помогли. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.